Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам закуску. Я давно ее собиралась сделать, а сегодня, вот думаю, праздничный день, и я ее сделаю и назову ее вербочка. Сюда начиняются маслины, они идут без косточек, начиняются грецкими орешками, потом у меня идут 3 плавленых сырка. Я уже приготовила, натерла на мелкой терке, заправила майонезом. И тут где-то 3 или 4 зубчика чеснока. И натерла на мелкой терке крабовые палочки. Такие. Ну, кто каких хочет. Ну, сюда, значит, я хочу сказать, что крабовые палочки и сырки должны быть замороженные, чтобы их можно было натереть. Они оттаивают быстро. Вот и все. И вся закуска будет готова. Я сейчас покажу, как сделаю, потому что у меня руки заняты. Одной рукой держу я камеру. Сейчас я сделаю и покажу, как это будет. Вот получилась моя закуска. Верба. Я ее так назвала. Сегодня большой праздник. Я сейчас хочу показать, как я ее сделала. Я вам уже показывала. Я обмакиваю, вернее, руки в воде, да? Руки в воде. Вот у меня оливки с орешком. И я оливку эту обваливаю хорошо в сыре. Так вот я ее хорошенько прижму. Потом дальше я опять руки обваливаю, ой, обмакиваю водички, чтобы сыр ничего не прилипало к ним. И обваливаю в крабовых палочках. Все. Так вот оно быстро все делается. Закусочка быстрая и вкусная. Но ее много не скушаешь. Но то она и закуска. Закуска такая остренькая, потому что чеснок. Но она и полезная. Особенно в наше сейчас время. Дорогие мои друзья, родные, близкие, подруги, мои подписчики. Поздравляю, пользуясь случаем, поздравляю вас всех с праздником, вербным воскресеньем. Пусть исполнится мечта у каждого. Жизнь пусть прекрасна будет всегда. Много радости, и пусть Господь вам это все дарует. Самое главное – здоровье. Берегите себя. Всем пока-пока. Приятного аппетита!